Расскажите о своем герое. Телекомпания «Июнь» начала подготовку к Дню Победы. Мы приглашаем всех горожан принять участие в новом телевизионном проекте. Сегодня к нам в студию пришел герой, участник войны Геннадий Ходок. Я войну встретил в подростковом возрасте. В 1943 году был освобожден советскими войсками. Я был в оккупации 2,5 года. Занимался подрывной деятельностью, за что хотели повесить, потом заменили почему-то на избиение. А потом прошел, нас освободили, я прошел краткосрочные курсы, вот, для очистки 42-часовую программу, для очистки полей от мин и снарядов. После выполнения этой работы нас заставили чистить колодцы и заболел обширным воспалением легких. Был на грани смерти. Потом, как ослабшего, меня заставили нести службу в истребительном батальоне.